Привет всем! Сегодня столярки чуть-чуть. Заказала мне жена столик. Пуцли собирать на нем. Такой побольше. 60 на 80. Складной, типа как стол для ноутбука, только такого размера. Ну и сейчас буду постепенно пилять, строгать, готовить все. Но сборку уже потом покажу. Сейчас пока камеру некуда будет ставить. Тут все занято. Так что глядите, не отключайтесь. Должно прикольно получиться. Так, ну, по порядку. Выбрал четверть такую. Придется рамку делать, потому что фанера немецкая, кривая. Надо ее как-то вытягивать. Здесь оставил, чтоб тряпочку приклеить, чтоб не скользило. И чтоб там пару миллиметров было, чтобы пуцли не скатывались, когда собираешь. Ну, сейчас рамку сделаю. Готовую покажу принцип. Тут, в принципе, объяснять-то нечего. Тут под 45. Это будет приклеиваться. Площадь побольше сделал здесь, чтоб держало хорошо. Здесь, в принципе, можно и на шурупы, потому что это все будет закрыто. Так что глядите дальше. Вот такая вот она. Потом размеры все, если кому-то надо, могу сказать. Так. Вот такую я рамочку запилил. Фанеру укрепили. Теперь она не гнутая. И сейчас под нее надо сам стол делать. То есть еще одну рамку, к которой это будет прикручиваться, чтобы она подниматься могла. Кстати, чертеж забыл показать. Опять всю ночь не спал, чертил. Три размера, больше мне ничего не надо. Остальное все в голове у меня. Тут шлифовки будет море. Это елка поганая. Фанера тоже такая вся шершавая, но это жалко нету, потому что сверху будет наклеиваться тут типа войлока такое, сукно, что-то такое наподобие, короче. Так что глядим дальше. Самое интересное дальше будет, как это все сейчас рамка с ножками должна, как это все тут прибомбасится, покажу. Так, рамку я подготовил нижнюю. Буду гвоздить вот такие вот уголочки, потому что сильно хлипко получится, наверное. Тут тоже по 90 градусов запилил. Это все наклей. Сюда потом посмотрю, может, еще что-нибудь, пару гвоздиков тоже забью, потому что здесь будут ножки открываться. И это-то покрепче бы надо. Микрошип не могу я. Да что ты, не показывает нифига. Микрошип не могу я сделать, но на вот этих вот углах так бы склеил бы. Прикольно было, без всяких этих уголков можно было. Но это будет под столешницей. Не видно все равно. Так что строим дальше. Так, рамка срослась. Сейчас ноги наразмечал. Они должны быть полукруглые, чтобы она потом открываться могла. Чтоб не задевало это ничего. Ну, сейчас пильну их тут, уголки эти. Потом между ними нужно еще реечку будет ставить. И можно будет прикручивать уже потихоньку. Хотя еще собирать не знаю. С этой шлифовкой тут запаришься. Это сосна на рамке. Вот это уже елка опять. Я не знаю, придется, наверное, ее поджарить маленько, иначе не избавлюсь я от этих опилок, блин, заусенцев. Ну, поглядим сейчас, что. Тут еще надо будет фрезером чуть канту завалить. Посмотрим. С этой тоже надо будет
фрезером еще пройти. Сейчас она пусть пока досохнет маленько, чтобы не закосячить ничего лишнего. Ну и буду так показывать дальше. Как что сделаю, покажу. Так, ну вот так примерно подготовил я это. Вот такие будут ноги. Тут я застаместил на 7 миллиметров внутрь входит ножки, и хочу конфирматы собачить. У них резьба хоть и в торец, все-таки пожирнее она маленько. Ну и наклей, естественно. И здесь будет все равно с двух сторон держать еще это. Так что гулять она туда-сюда не сможет, при всем желании. В смысле, вот так вот. Но уже часто держится. Так. Потом здесь зазорчик надо будет выставить. Миллиметров 6, наверное. Чтоб она могла вот так открываться. И дальше упиралась вот в эту планку. Это самая простая конструкция. И когда ложится, опять же, она на уголки упирается здесь. И туда не проваливается. Потом еще будем думать, как высоту выставить. Еще не придумал я. Сейчас эти соберу я на сухую сначала. И потом что-то надо со шлифовкой думать, потому что... Или обжигать, или не обжигать, не знаю. Сейчас попробую, как получится. Потом расскажу. Так, ну вот таким макаром это все выглядит. Складывается, раскладывается. Приляпывал я это вот на такие мебельные стяжки. М4 резьба тут. И вот эти вот, по ним я пилил ножки по вот этой высоте, чтобы до поросячьего визга затянуть ее. И она все равно шевелилась нормально, чтобы не зажимала. Так что продолжаем дальше. Тут зазор я сделал 7 миллиметров. Вот эту же фанеру взял, подставил. Это что тут непонятное? Там еще. Так, высота. Эти ножки просто ложатся сюда. Тут тоже подкладываем чуть-чуть, пару миллиметров какую-нибудь щепочку, одну и ту же, правда, на. И потом наскось отверстие по вот этому центру, где у нас круг был обведенный. Вдруг кто будет строить такой, чтобы, ну или для ноутбука, там без разницы. И вот такая вот получается колбаса. Тут плюс-минус примерно. Ну, говорю, фанеру я подложу. И вот у ней развала ног хватит, чтобы он не сложился. Это все конструкция легкая. Естественно, чуть-чуть подбалтывается. Но это страшно нету, потому что сколько пуцли, или у нас называют пуцли, у вас пазлы, или как их там правильно, не знаю. Они весят, наверное, грамм 100. Вся эта пачка, так что вытерпит. Ну, сейчас я это доделаю. Будем дальше собирать шарнирчики туды-сюды. Ну и шлифовку в конце уже. Потом покажу готовый. Так, вот такое чучело получилось. Циркулярки у меня не хватает, чтобы показать его в разложенном виде. Пришлось мне два стола в кучу скатать. И это получается сзади. Вот такая там система. Сейчас попробую показать ее. Все еще не шлифованная. Скобку согнул. Вот такую. И все туда впендюрил. Вот новое соединение. Называется два конфирмата. И с той стороны также. Так что, блин, место ноль вообще. Ужас. О, жопой зацепился. Так, ну вот типа вот такого.
Сейчас я буду шлифовать. И потом покажу готовую уже, потому что так кино уже, наверное, полтора дня, блин, идет. Так, ну что, добил я этот столик. Вот такие вот продаются у нас фигня самоклеящаяся. Типа сукна. Это ванну там, где плитка наклеена наверх. Лепить, если холодно, ногам. Так. Елка после обжига сдалась без боя. За один раз я это все наждачечкой прошоркал. Все, тут ничего, никаких занос нету. Одну, правда, успел загнать, пока шоркал. Это все готово. Так он открывается чуть-чуть. Тут все подгорело. Все нормально. Ноги складываются по размерам. Что тут хотел ляпнуть? Еще было чем померить, блин. Все заныкал уже. Так, все. Общее у него внутреннее 60 на 80. Тут по сантиметрику, то есть 62 на 82. Так, как вот тут скласть. Вот тут идет высота ножек 29 сантиметров. Между ними 51. То есть эта рамка внутренняя 51 на 71 и наружная 54 на 74. Здесь как прикручивал, показал я. Это все вот так открывается. Сначала вот эту вот скобу надо прикручивать, потом вот эту планку наживить. И потом уже смотришь, когда поднимаешь, насколько тут тебе надо. Здесь получилось 3 уровня. Поднимается он на 16 сантиметров. Заказ был 10, но 10 тоже есть здесь и тут. Так что все работает. Ну и все плотненько. Зависает в сложенном состоянии он вот так и за дверь. Вот она. Тут шарнирчики, даже ничего не заморачивался, просто их в угол сюда прикрутил. Под вот этим вот спрятан еще конфирмат, мое новое соединение, 2 конфирмата. Ну и вот такая вот получилась приблуда. Складывать так. Высота его общая получилась 30, как вон на том, и он, вон он, чертежик висит, убойный. Ну и все, маленький косячок тут, угол не дожал, блин, пока клеил, сейчас засохло, уже ничего не сделаешь. Ну, это жалко, нету. Это я хочу дома щеткой пошкиркать, чтоб скаталось в одну плоскость это все. Тут у меня нету нифига такого. Так что делайте. Конструкция простая довольно-таки, но провозился я с ней 6,5 часов. То есть все вместе от нуля напилять, настрогать, покрасить. Лак быстросохнущий. Одним слоем покрыл. Дома он будет стоять, воду он не натянет уже, всяко разно. Ну и ссыхаться тут нечему, тут фанера и основание, и это, думаю, все нормально будет. Вот такой видосик столярный. Дальше, наверное, токарка пойдет, может, резечки какие-нибудь. Ну, всем пока, спасибо всем, кто вытерпел. До новых встреч в эфире!